4 марта в Центральном доме книги состоялась презентация книги «Оглядываясь на взгляд» Владимира Мукусева, журналиста и одного из наших преподавателей. Поэтому мы не смогли пройти мимо этого события. Программа «Взгляд» занимает особое место в жизни Владимира Викторовича. Это буквально магнум опус его жизни. И неудивительно, что именно ей посвящена книга. В презентации также участвовали его коллеги по программе Николай Травкин, Александр Политковский и Евгений Додолев. После мероприятия мы взяли интервью у Владимира. Все то, что происходило последние годы, заставило меня взяться за перо. Все те, кого я учу журналистике уже больше 10 лет, они должны знать правду о той передаче, которую называют главной передачей перестройки. А перестройка все-таки серьезный период в истории нашей страны.